Now let's make it loud and let's show them all how you move to this phenomenon. Roll open your soul, maybe lose control inside of this phenomenon. Just let yourself go and let everyone know you move to this phenomenon. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Games Blender, самый информативный и самый любознательный видеодайджест игровых новостей на свете. Какие события произошли за неделю в индустрии игр, узнать очень просто. Достаточно посмотреть Games Blender до самого конца. Сегодня в выпуске. Epic Games продается Китаю. THQ отменяет дополнение Enter the Dominatrix. 56-страничный документ рассказал об Xbox 720. Перенос Anarchy Reigns удивил самих разработчиков. Nintendo анонсировала новую 3DS. Об этом и многом другом смотрите прямо сейчас. Синемора появится на PS3. В общем-то, она и до этого собиралась появиться на PlayStation, однако Microsoft захотела, чтобы некоторое время игра побыла эксклюзивом XBLA. Дата выхода PS3 версии игры, как и версии для PS Vita, пока неизвестна. Радость для всех PC-пользователей, желающих поиграть в Dishonored. Как сообщают разработчики, у PC-версии игры свой, отдельный и, скорее всего, очень уютный и удобный интерфейс. Как именно интерфейс PC-версии будет отличаться от интерфейса консольных версий, разработчики не говорят. Игра появится в продаже в октябре этого года. Final Fantasy VII вновь появится на PC, сообщают внимательные интернет-серферы. Они обнаружили сайт finalfantasy7pc.com, на котором красовалось описание игры и ее стоимость. Сейчас этот сайт недоступен, но это не мешает нам рассказать, что на нем было увидено. Итак, в релизе игры вас ждут 46 ачивментов, облачные сохранения, а также различные улучшения геймплея, которые сделают игру интересней. Примерная стоимость игры — $12.5. Ждем официально анонса. Глава разработчиков из студии Team Ninja сказал, что после выхода Dead or Alive 5 они не собираются добавлять новых персонажей с помощью DLC. Хаяши считает, что дополнительные персонажи негативно влияют на баланс игры, который необходимо подстраивать под каждого нового героя. Ну и ладно, лишь бы игра получилась хорошая. Англичане с Amazon первыми рассказали о новом комплекте из трех игр от Ubisoft для Xbox 360. Ubisoft Xbox Live Hits Collection обойдется вам в 18 фунтов и подарит удовольствие от таких игр, как Beyond Good and Evil HD, From Dust и Outland. С 20 июня на PS3 совершенно бесплатно доступен многопользовательский шутер No Man's Land. Битвы 4x4 в антураже постапокалиптической Америки доступны через PlayStation Home. Сиквел игры про истребление орков Orcs Must Die 2 готовится к выходу 30 июля. Об этом сообщают разработчики из студии Robot Entertainment. В игре будет режим кооперативного прохождения и множество улучшений в сравнении с первой частью. Если у вас уже есть первая часть, то разработчики обещают приятный подарок — дополнительный контент. Хидео Кодзима поделился новой информацией о Metal Gear Solid 5. Кодзима сказал, что в игре будет много шпионажа и возможностей убедить различных персонажей сделать вам некое одолжение. Он также намекнул, что ему очень нравится система взаимодействия с людьми, примененная в Deus Ex Human Revolution. Рассказать больше Кодзима побоялся, так как, по его словам, в соседней комнате находился специалист по связям с общественностью компании — женщина с навыками ниндзя. Впервые за 21 год независимости студия Epic Games продала часть активов за границу, а именно в Китай. Инвестировать свои средства в команду создателей Gears of War и Infinity Blade решилась компания Tencent Holdings. В течение долгих лет Tencent лицензировала движок Unreal Engine и теперь решилась перейти на новую стадию отношений с Epic Games. Президент Эпиков Майкл Капс уверяет, что это сотрудничество положительно повлияет на будущее компании.
THQ отменила самостоятельное дополнение Enter the Dominatrix для Saints Row 3. Дополнение должно было появиться в сентябре, но не стоит разочаровываться. Президент THQ Джейсон Рубин считает, что разработчикам не стоит зря тратить силы на создание самостоятельного дополнения, потому что можно создать полноценное продолжение. Таким образом, Enter the Dominatrix станет частью будущего Saints Row 4. Microsoft сообщает, что этой осенью она полностью изменит программу поощрения пользователей Xbox Live Rewards. Компания обещает, что в будущем за открытие ачивментов в играх пользователи Xbox будут получать более достойные награды. Какие именно, Microsoft пока не сообщает. Студия Wolfire Games создала инди-шутер за 7 дней. Он называется Receiver и предлагает вам поближе познакомиться с пистолетом Colt 1911. Механика игры позволяет вам собственноручно вынимать обойму, пополнять ее патронами, вставлять ее обратно, перезаряжать оружие и, естественно, стрелять из него. Еще одна особенность игры состоит в том, что, умерев однажды, вы начнете игру заново. В буквальном смысле заново. Дело в том, что Receiver после смерти игрока создает абсолютно новое окружение. Приобщиться к игре могут PC и Mac пользователи, заплатив за это $5. Однако в случае оформления предварительного заказа на игру студии Overgrowth вы получите Receiver бесплатно. В сети появился и сразу же исчез 56-страничный документ, в котором черным по белому были напечатаны подробности Xbox 720. Так, благодаря этому документу стало известно, что Microsoft планирует запустить консоль уже в 2013 году, а ее стоимость составит $299. Также компания вовсю работает над созданием второй версии Kinect, которая будет запущена одновременно с новой консолью. По мощности Xbox 720 будет превосходить свою предшественницу в 4 а то и в 6 раз. Также выяснилось, что новая консоль будет поддерживать Full HD, 3D, Blu-ray, новый Internet Explorer и недавно анонсированную технологию Smart Glass. Microsoft, естественно, не подтвердила эту информацию. Впрочем, она ее и не опровергла, сказав лишь, что компания вплотную занимается Xbox 360 и на данный момент не планирует никаких анонсов. Если же это утка, то нам остается лишь поздравить того, кто написал сочинение длиной в 56 страниц. Хит PS2, игра Akami, будет переиздана для PS3. А это значит, что новая версия Akami будет поддерживать Full HD, трофеи PS3 и даже PS Move. Akami HD появится в продаже осенью и будет стоить $20. Ряд ритейлеров обнародовал описание Black Ops Declassified для PS Vita. Оно гласит, что в игре будет собственная сюжетная линия, не повторяющая события оригинальной Black Ops. Помимо этого, Declassified обещает режим Special Ops и мультиплеер. Предположительно, игра появится в продаже 31 декабря. DICE приглашает всех желающих разрушить красивые здания в новом дополнении к Battlefield 3 под названием Close Quarters. Сначала с новым оружием и на новых картах вдоволь набегались премиум-пользователи. Теперь настало время обычных смертных. DLC уже доступен пользователям PS3. Остальным, то есть солдатам Xbox 360 и PC, новые карты откроют свои двери в течение этой недели. Стало известно расписание релизов игр в рамках XBLA Summer of Arcade 2012. Каждую неделю с 18 по 15 августа в XBLA будут появляться новые игры. Парад открывает Tony Hawk Pro Skater HD, а закрывает Dust and a Lizen Tale. Всего в рамках лета аркад появится 5 игр, в числе которых Рокетир, Deadlight и Гибрид. Известие о том, что игру Anarchy Reigns перенесли на первый квартал 2013 года, стало сюрпризом не только для геймеров, но и для самих разработчиков. Продюсер игры мистер Инаба сказал, что перенос игры застал их врасплох. Он также поклялся, что изменение даты выхода никак не связано с разработкой игры. По его словам, Anarchy Reigns уже давно готова. Это подтверждается тем, что японский релиз игры пройдет по плану, то есть 5 июля. Создатели игрового движка Unity, столь любимого инди-разработчиками, анонсировали его новую версию под цифрой 4. Она поддерживает технологии Adobe Flash. Помимо этого, движок отлично запускается на Linux. Больше подробностей о Unity 4 станет известно после того, как в Амстердаме пройдет конференция разработчиков, создающих свои шедевры на этом движке. Игровая вселенная Dead Space обзаведется новым романом. Dead Space Catalyst, написанный Брайаном Ивенсоном, расскажет о событиях, произошедших за 200 лет до приключений Айзека Кларка на корабле Ишимура. Книга поступит в продажу 2 октября.
Nintendo во время очередной интернет-конференции Nintendo Direct сделала очень неожиданный анонс. Президент компании Сатору Ивата представил новую модель 3DS, которая будет носить название Nintendo 3DS LL. На Западе LL превратится в XL. Новая версия консоли будет обладать верхним экраном с диагональю 4,88 дюйма и нижним экраном в 4,18 дюйма. В Японии 3DS LL поступит в продажу уже 28 июля в трех расцветках. Xbox 360 пользователям премиум-сервиса Call of Duty Modern Warfare 3 с прошлой недели доступен новый игровой контент. Три новые карты для режима Face Off и одна карта для режима Spec Ops. Пользователям PS3 и PC, как всегда, придется подождать. Возвращаемся к вселенной Metal Gear Solid. Разработчики Revengeance сообщили, что они запланировали DLC. Оно появится уже после поступления игры в продажу и, скорее всего, будет содержать нового играбельного персонажа и новые миссии. Подробности дополнения пока неизвестны. Call of Duty Black Ops 2 будет поддерживать выделенные серверы. Причем, в отличие от выделенных серверов Modern Warfare 3, они будут ранговыми, то есть, играя на них, пользователь сможет зарабатывать опыт и открывать новое оружие. Square Enix сообщает, что версия Quantum Conundrum для Xbox 360 и PS3 готовится к выходу в июле. А вот PC-версия уже доступна через Steam. Ознакомиться с головоломками от главного дизайнера игры Portal 2 можно за $15. Также с прошлой недели всем желающим доступно большое дополнение для Civilization 5. God and Kings привносит в игру 9 новых цивилизаций, 9 чудес света, 13 новых строений и 27 юнитов. Во что же еще сыграть на этой неделе, расскажет наша рубрика «Календарь Games Blender». Перенесенная PC-версия Ghost Recon Future Soldier обещает появиться на этой неделе. Но если в течение 2 дней после выхода игра все еще не захочет скачиваться через Steam, то это значит, что ее вновь перенесли без предупреждения. На этой неделе к релизу готовится еще одна не очень пунктуальная игра — Spec Ops The Line. Рекомендуется всем, кто очень хочет попасть в Дубай, но никак не может это сделать. Ощутить себя Человеком-пауком не так уж и сложно. Достаточно в углу комнаты сплести между собой несколько веревок и ловить мух. Ну а можно просто приобрести игру The Amazing Spider-Man, и мухи спокойны, и веревки целы. Xbox 360 на этой неделе предложит своим обладателям немного потанцевать с помощью Just Dance Greatest Hits. А также ощутить себя ниндзя, только очень маленьким ниндзя. Мини-ниндзя Adventures вам в помощь. А PS3 пользователи, готовьтесь достать ваш пыльный спортивный костюм. Размять свои хрящики вас заставит игра London 2012, официальная игра Олимпийских игр 2012 года. На этом всем спасибо за то, что были с нами. Не забывайте, что, как всегда, в конце выпуска мы демонстрируем вам новый трейлер, переведенный на русский язык. До встречи в новых выпусках Games Blender, в которых мы расскажем вам обо всех самых интересных событиях игровой индустрии. Hi, I'm Stan Lee, and I am so excited about the fact that I play myself in the Amazing Spider-Man game. My script! I have to get those pages before it's too late. What a rush! Don't try this at home, kids! Not only do I play me, but I've got just about all the powers that Spider-Man has. How cool is that? This guy needs some care and attention. Let's do this! Oh, I'm definitely gonna tweet about this!
You know, I really think the fans will love it. They seem to enjoy my cameos in the movies, and this takes it a step further. Another amazing appearance for the King of Cameos. Take that, Hitchcock.